Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует нашим соотечественникам соблюдать осторожность в Таиланде. В течение 2 дней там прогремела серия взрывов. Есть погибшие и раненые. 2 бомбы сработали на курорте Хуахин. Накануне поздно вечером в туристическом районе с множеством баров и ресторанов. В результате первого взрыва никто не пострадал. Однако через полчаса сработало второе устройство. Погибла местная жительница. Более 20 человек пострадали. 9 из них – иностранцы. Сегодня на этом же курорте прогремели еще несколько взрывов. Сообщается об 1 погибшем и 4 пострадавших. В МИДе Казахстана заявили, что среди жертв происшествий казахстанцев нет. Теперь мы должны оценивать ситуацию ежечасно, поскольку угроза насилия возрастает. Кроме того, 2 бомбы взорвались в городе Суратхани. Погиб 1 человек, 2 получили ранения. Еще 1 происшествие произошло на острове Пхукет в популярном туристическом районе Патонг. Пострадал 1 человек.